в нынешнем Степанакерте настолько пустынно, что вот мы зашли на главный стадион города и, наверное, всего Нагорного Карабаха, и здесь вообще никого нет. То есть идешь просто по улице, заходишь, мы думали поговорить с кем-то из управляющих, но ни администрации, ни даже охраны, никого нету. Не то что на улицах, а даже в таких местах. Мы пришли, прошлись, и абсолютно пустынные. То есть никто с нами даже не пытается поговорить. В городе как будто в 5 часов вечера, сейчас всего 5, никого нет. По всему городу висят вот такие штуки. Реклама Карабах Телеком, как бы связь. Но на самом деле ее в городе нет, ни интернета. Позвонить очень сложно, купить симки теперь тоже. Их якобы официально запретили продавать теперь. Единственное место, где интернет в городе есть, это отели или пресс-центр. Туда скапливаются журналисты местные. Вот. Но о чем вообще говорить, если даже светофоры в городе тоже не работают?